Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Origins. Так, ну что же, в зале героев я выбрал Оривана, будем играть за него. Прокачал ему печать пламени, посох молний, ледяные оковы и стихийный смерч. Все по одному уровню. Ну что же, поехали. Бой за Красный лес. Должно быть, холмы гнолов опустели, ведь сюда заявились все эти твари до последней. Мы сражаемся неустанно, уничтожая одну банду за другой, но еще большие отряды собираются захватить Красный лес. Лесной народ доблестно борется за свою родину, но их силы на исходе. Надо помочь им. Поехали. Будем пытаться. Волшебные лучники. Так, стрелы волшебных лучников ослабляют вражескую защиту от магии. Ага. Это что у нас за гуньки тут прыгают? Кстати, знаете, кого они мне напоминают? Помните, Звездные войны, там были такие гуньки. Да, именно они, маленькие такие медвежата. Они, по-моему, тоже там были с копьями. Такие лесные жители. Вот почему-то именно их напоминает. Ну что, Ариван, надеюсь, ты достойный воин. Так, а вот это что у нас такое, ребята? Восстановить. Когда-то здесь тренировались воины Ивоки. А, Ивоки их звали, точно, не гуньки. Какие гуньки? О чем я? Ивоки. А ну-ка. Что? Что там? Ленга! Так, дружелюбные, но опасные пушистики, доблестно защищающие Красный лес. Не понял. Ага, их 4 штучки можно призвать. Отлично. Я, получается, все деньги потратил на этих ивоки. Так, гнол-грабитель и гнол-поджигатель. Давай, поехали. Будем смотреть. Наверное, нам лучше вот сюда встать. Ух, нам здесь помогают вот эти вот маленькие ивоки, которые здесь находятся. Метают свои копья. Это круто. Очень круто, на самом деле. Ёлки-палки, нифига себе, Ариван, вот это ты даешь. Вот это ты молодец. Слушай, он мне чем-то напоминает, знаете кого, ребята? Олаха из последней Kingdom Rush. Но по ХП, конечно, он как-то не айс. Не айс, ребятулечки. Завязывайте тут буянить. Так, а если мы вот этот... Ох! Слушай, а мне нравится этот парень. Мне нравится этот парень, мне нравится его магия. Ну-ка, давай-ка вот сюда поставим. Так, давай-ка, наверное, начнем с лучников. Да? Лучники — это наше пока все в данный момент. Гуньки, давайте бомбите. Гуньки. Почему у меня в голове засели какие-то гуньки, а? Я не понимаю. Так, подожди, подожди, вот тут вот цветочек-то надо задействовать был. Ну ладно, тебе только одного подбили. Кстати, вот здесь вот идеально поставить нам круг камней. Серьезно вам говорю. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Подкрепление, вот сюда. А зачем я поставил? Сейчас его подпалят просто-напросто и все. И не будет у нас никакого подкрепления. Давай сюда, сюда быстрее подходим, подходим, подходим. Да ладно, что-то как-то уж больно крепенько и сильненько они тут идут. Ивоки, вы у меня там не отдуплитесь, пожалуйста. Так, что там? Убейте 10 врагов одним ударом грома. 10 врагов я сейчас убил. Одним ударом? Считается только за одного. Понятно. Новая волна. Я, ребят, забываю вот про эти вот цветочки. Активировать их. А это надо делать. И, да, круг камней. Пускай здесь у нас будет друид стоять. Отстреливаться. Но. Круто. Жарит. Вообще великолепен чувак. А если ему прокатить... Оу. Обглоды идут. А ну-ка. Отличненько. Слушай, ну вот эти вот хорошо, что нам помогают, на самом деле, да? Они там стреляют. Правда, в большинстве случаев промахиваются, мне кажется. Но все-таки... Дай-ка я вот сюда поставлю. Эй, ураган, да куда ж ты? Я вообще-то хотел, думал, что он на них пойдет. Но не тут-то было. Ладно. Вжариваем по полной программе. Что-то у меня тут только лишь одна башня лучников. Так дело не пойдет. Наверное, нам нужно здесь поставить магов. Магов. Мага влепил одного и уже... Это еще что там? Гнол-осквернитель. Осквернители природы, повелевающие силами смерти и разложения. Высокое сопротивление магии лишает сил волшебные растения и низкая скорость. Да? Опачки. Погоди, у нас, по-моему, ребят, какие-то проблемы. Ну-ка. И нет проблем.
Так, я так понимаю, ребята, у него большая сопротивляемость к магии, да? Да, ему, по-моему, по барабану. Вообще пофиг. Да ну. Серьезно, что ли? Лучник, ну-ка давай-ка. Блин, у нас нету здесь, ребята, такого пиратика, который мог бы фармить нам бабло, поэтому все очень довольно сложно будет. Ну, даже ураганчик как-то не особо хорошо нам здесь заходит. Что он делает? Ой! Отойдем. Как-то он сильно жестко бомбит. Да ну ты, брось ты, он даже какой-то неуязвимый упырь. Отойди ты от меня. Так, мы его забомбили. Шикандос. Там еще один ползет. Эй! Эй-эй-эй! Тут слишком много вас, ребятулечки, собралось, мне кажется. Уж слишком много, дай-ка я разберусь. Так, обглот ползет. Ползет обглот. Ну-ка, давай, наверное, вот так вот. Хотя бы маленечко придержим его. Волшебные лучники. Кстати, они же могут у нас, да, лишать силы магической. Так что нам наших интересов прокачать. Да как ты крепкий, а? Оу! Да ну, хорош! Они еще, ребята, сократили здесь дорожку. Обалдеть просто-напросто. Так, отойди, отойди, пожалуйста. Лучник, наяривай, наяривай, наяривай. Шикарно. Так, я могу? Могу. Ну, я надеюсь, теперь-то нам это на пользу пойдет. Да лиши ты его магической силы-то, ёпрсте. А ему по барабану. Как шел, так и идет. Так, дай-ка я, наверное, сюда, ребят, поставлю казарму. Что-то мне совсем не нравится, как у нас происходят дела. Ураганчик. Ну, завалили охламона. Так. Ну, это, ну, что это такое? О, отлично, ребята. Пока все тип-топ. Маги. Я не знаю. Вот сюда, что нам лучше влепить? Я думаю, стрелков нам нужно сюда ставить. Потому что, ну, если вот маги в данный момент самые крепкие юниты, которые здесь есть у врагов, в наших интересах их уничтожать. А ну-ка. А? Крутенько, да, получилось? Я бы даже сказал, очень крутенько. Так, прокачиваем, ребят, с вами прокачиваем. Все тут сейчас с этими стрелками забомбим. Ну-ка. Ну, подкрепление это вообще ни о чем. Ну, ты посмотри, ну что они там делают? Ну, вообще ничего. Абсолютно ничего. Так, а кто у нас, интересно, казарма стражи, а потом они... В кого они там могут у нас делаться? Не помню. Он еще гаденыш цветочки вот эти вот, знаешь, делает так, чтобы я не смог ими воспользоваться. Давай-давай-давай-давай, есть. Да жаль охламона. Так, обычные гнолы, это что еще? А, это перифоны. Эти были у нас охламоны, я помню их. Ладно, давай бомбить. Я буду улучшать вот эту вот башню. Там гнолы, тут перифоны. Кому не лень, все идут. Почему-то тут, ребята, мало как-то анчивок у нас. Этих, да, которые мы можем найти. Тут оленята у нас только и все. Так, погоди-ка, секунду. Давай-ка я вот так, ой, вот так, да что ты? Поджарим, во, просто сметаем их всех на своем пути. Вот это мне уже нравится. Так, 230 монет, обязательно дождем. Кстати, мы же прокачивать можем. Запускает взрывающую стрелу, наносящую 80 единиц магического урона по площади. Оу, слушай-ка, 200, давай, наверное, мы прокачаем с вами это дело. Раз по площади. А ну-ка, эть, нормуль. Хотя бы по одному, да? Стрелы погружают врага в сон на 4 секунды. Кстати, это тоже небольшое преимущество для нас. На 4 секунды, ну, сами понимаете, да? Так, гнол грабитель и опять перифон этот. Оу, они тащат. Они тащат кого? Обглоды, что ли? Обглодыши этого тащат. Точно? А ну-ка. 180 нужно. Нет, я все-таки, знаешь, что сделаю? Блин, я, наверное, все-таки прокачаю, ребят, башню. Так, отлично. Слушай, они по две стрелы пускают. Вот это, кстати, очень круто. Чтобы не было им, как говорится, здесь кайфовенько. Сколько? 230, да, нужно? Совсем маленечко осталось, сейчас прокачаем. Вот так.
Вообще, если мы с вами здесь вот так вот все залепим вот этими башнями, наверное, будет вообще имба. Да? Я думаю, что так и будет. А потом нам надо будет прокачать, конечно же, нашего друида или мага. Слушай, я вот как всегда, да, делаю акцент на стрелках, а ведь маги тоже нам нужны, потому что все-таки здесь пойдут какие-нибудь крепкие враги, у которых будет, как обычно, защита физическая, а стрелки у нас именно физики. Да. Друля распоясался, смотрите, там бомбит. Но пока все хорошо. Маг, давай. Кстати, у нас магическая башня до 4 уровня, да, прокачивается? По-моему, да. Сейчас проверим. Расстреливаем. Четенько. 250 монет нам нужно с вами сейчас накопить. Давай, Эриван, ты мне нужен. Ты должен прокачиваться, елки-палки, а не стоять там в стороне. Серьезно тебе говорю. Какой толк от тебя тогда, да, здесь? Фух, как он жаривает, а? Солидно. Видели сейчас стрела, как бомбанула? Вот сюда мы его поставим. Хе-хе-хе. Достоялся, ё-моё, что там у нас? Этин, двуголовые, но туповатые великаны, использующие целые стволы деревьев в качестве палец. Быстрая регенерация, высокое здоровье, низкая скорость. Ну вот здесь как раз и нужны будут маги, ё-просете. Да, прокачку магов мы пока сделать с вами не можем. И это плохо. Эриван, давай вставай, родной мой. Ты мне нужен, какая у тебя долгая, а? Восстановление идет. 230 монет. Ну-ка, иди сюда, Элементонс, иди сюда, говорю тебе. Так. Слушай, а этот-то, смотри, громозека идет, ему вообще по барабану на все. Ну-ка. Да, крепкий малый. Туповатый, но крепкий. Что там делает? Балдеет, что ли? Балдежку врубил. Давай вот так вот сделаем. Так, ну что? Так, башни, бомбим вот этого вот Этина. Такая голова вторая. Е! Шикандос. Чикамбэк. Нам нужно, ребят, вот эти вот прокачать. Запускает взрывающуюся стрелу. Согласись, имба. Давай вот здесь вот. И также тут прокачаем. И вообще будет великолепненько все. Так, нормуль, нормуль. Ой-ой-ой-ой-ой, это что? Это что же за нежданчик такой? Здравствуйте, приплыли. Ну-ка. Твою ж налево. Вот это меня, ребята, сейчас просто подкололи. Куда ты выплюнул, цветочек? Красоты. Так дело не пойдет. Не пойдет, я тебе говорю, так дело. Что там? Победи 900 гнолов. Гнолоцит. Достижение у меня такое, ребята. Гнолоцит. Ну ладно. Опять Этин идет этот. Великаша. Но я бы не сказал, что у него в руке там дерево. У него, скорее всего, там какая-то кость или даже камень. Вот отжигают мои башенки. Солидно. Так, ну-ка. Фух. А эти там малыши-то что просто так бегают? Давайте бомбите по ним, по вражинам-то. Стреляйте, помогайте папочке. А, послушались и начали метать сразу свои копишки маленькие. А, это же Этин может, да, у нас замораживать? Ух, это круто. Так, 200 монет есть. Отлично. Гнол обглот 8 штук, а тут не успел я. Ладно. Почему они такие вот в ярости становятся, а? Почему? Оп. Одному хорошо досталось. Пол здоровья сразу отняли. Так, тут и поджигатели. Все, кому не лень, бегут. Все, кому не лень. По две стрелы, что выпускаем, это вообще имба на самом деле, я тебе говорю. 250 монет сейчас мы с вами накопим. И будет у нас маг прокачан, в принципе, как и вот этот. Не фулка, но все-таки. Ну давай, 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 давай. А? То-то оно. Тут-то и оно. Так. Нам хватает? Нет, нам не хватает буквально 20 монет. 10 монет. Есть. Все. С магами все понятно у нас. Так, теперь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Что у вас так много-то сюда идет? Знаете, что я думаю? Нам нужно прокачать по одному скиллу на усыпляющие стрелы. Тут Этин пойдет, да? И тут тоже. Ох, со всех сторон Этины поперли.
А если я сейчас цветочком бомбану, сколько отнимет? Да, здоровится-то у него. Не понял, он что, еще и восстанавливает? Смотри! Он восстанавливает себе здоровье со временем. Сам себе бьет молотком по башке в оглушение ставит. Дурик, что я могу еще сказать? Ладно, хорошо, давай прокачаем по одному, ребята, скиллу, как я и хотел. Именно на усыпление. 4 секунды в сон вгоняет противника. Это же круто? Круто. Смотри, ребята, а этот потихоньку восстанавливает себе здоровье. Да-да. И мне это не нравится. Его нужно бомбить непрерывно, если мы хотим какой-то эффект. А? Шикарно. Так, здесь прокачаем. Что это с ним стало? А, мы его усыпили. Вот, ребят, как действует усыпление. И, да елки-то палки, опять полетели эти перифоны. Телефоны, елки-палки. Так, 180 монет. Давай, родной. Вот так вот. Ну, что я могу сказать? Здесь вроде бы все хорошо. Здесь защита нормуль. Давай продолжать вот здесь вот нам. Нам нужно прокачать нашего друида со своим кругом валунов. Ну и дальше будем смотреть. Конечно, в идеале нам нужно еще и вот этих вот наших защитников. Но у нас здесь есть маленькие ивоки, которые нам помогут. О, как стрела бомбит. Так, 320 дорого, но я думаю, он того стоит. Так, бомбим. Ну. Эть, не сдается наш горный варяг, ёпарасте. Давай. Ну ты-то куда лезешь? Вот куда ты лезешь, а? Тебя вообще сюда не звали, парень. О, в сон моего, ребята, как раз вот то, что нужно. Чтобы он там вечно спал, ничего не смог сделать. Эть, отойди отсюда. Слушай, ну мне нравится этот парень, Ариван. Довольно крутой, быстро бомбит. Какой-то, знаете, боевой маг. Это тебе далеко не Гэндальф. 320. Улучшаем. Все, ребята, круг камней улучшен по полной программе. Естественно, дальше не могу. Не открыта еще та способность. Ага. Значит, делаем следующее. У нас еще с вами вот. Здесь мы можем поставить тоже с вами лучников. И, конечно же, будем прокачивать их. Либо лучников прокачивать, да? Либо прокачивать скиллы. Но я думаю, что надо лучников прокачать. Оу! А не слишком ли много вас, партизаны? Нет, нормуль, справляемся. Ух, как он жарит. Ну, действительно, напоминает мне Олаха. Так. Давай поможем. Что это за ересь тут еще ползает мне? Вот так вот. Давай-ка ураганчик призовем. Ураганчик работает. 240 единиц урона. Вот это максималка, ребята, прокачана, да? 240 единиц урона это магическая стрела наносит. Слушай, что-то тут за... кавардак такой. Ну, разобрались мы с ними. И, кстати, это была последняя волна. Да? А, я думаю, в чем проблема? Тут еще, оказывается, один у нас этим идет. Но почему этим? Я бы назвал бы его, ну, циклопом не назвать. Так, храбрый партняшка, не дайте Этину убить своего героя на четвертом этапе. Разогнался, так я ему и позволил бы это сделать. Так, у нас, ребята, улучшение. Прокачиваем. Так, улучшает особые способности лучников. Вот это дело. Еще одно очечко у нас есть, и можно его потратить. Радиус атаки магов или же область поражения от взрыва увеличивается. Вообще-то я хотел прокачивать себе молнию. Но я про нее совсем забыл. Снижает стоимость стандартных казарм. Нет, я лучше радиус магов улучшу. Так, ну что, ребята, у нас следующая миссия. Погнали. Королевские сады. Дурные вести, генерал. Столица пала, враги атаковали со всех сторон, разрушая все на своем пути. Держатся только поющие клинки, прикрывающие отход принцессы. Во имя света мы должны спасти Алерию. Я полностью с тобой согласен. Поехали. В бой. В бой идут одни ветераны. Так, поющие клинки. Боевые монахи возвели бой в искусство, где совершенство лишь первый шаг. Все, я понял прекрасно. Ух ты. Хе-хе-хе-хе. Нифига. Шфалаут, елки-палки. Так, а это у нас из Марио, да? Динозаврик какой-то. Так, а это, кстати,
Первая игра от Ironhide. Так, а это, по-моему, у нас Зельда, да? Так, а тут что? Так, это у нас... Это лемминги, да, по-моему? Это у нас червячки боевые. Очень понятно. Ох ты, у нас два героя, нифига себе. Так, Ариван и Алерия Стреловей. Стреловей. Даже так. Слушай, раз, два, три, четыре. Четыре дорожки, которые мы должны с вами тут защищать. Обалдеть просто-напросто. Так, ну что? Ставим лучников, наверное, да? По периметру. Как-то вот так вот. И бомбарду надо будет обязательно потом влепить вот сюда. Бомбарда. Почему я называю бомбарда, когда это круг камней, друид можно еще проще назвать. 15 волн. Так, мне кажется, нам нужно героев наших вот сюда выводить. Твою же налево. Гнолы мне здесь не нужны. Тем более поджигатели. Я надеюсь, ничего страшного, если у нас Алерия вот это вот погибнет. Шазам. Так, влупляем по полной программе. Не даем спуску. А я тем временем буду потихонечку прокачивать наши башенки. А ну-ка. Хорошо задело. Так, поющие клинки. Кстати, нужно прокачать будет, да? Посмотреть, на что они способны. Эти клиночки. Ну. Так, давай-ка мы, наверное, вот сюда. Нет, не стоит. Не стоит подкрепление ставить. Да что ж так медленно у нас финансы прибавляются, я не понимаю. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, родные, родные, стоять боятся. Ой. Ой, как поджигает больно. Да. С ними лучше рядом не стоять. Гнол-обглот и гнол-грабитель-поджигатель. Обглоды вот здесь пойдут. Надо к этому делу подготовиться. Что это еще? Это что такое, ребят? Гнольская катапульта. И что она вышла? А кто это у нас тут не прячется? Нет, никто? А, это... Понятно. Что она делает, эта катапульта? Ну, стоит. Ладно, пускай стоит. Может, она что-то готовится? Что она делает? Ой! Понял. Я понял, что это за катапульта. И чё... Так, она будет сейчас... Чё? Ну-ка, отойди. Вот это да, вот это наяривает, блин. И уехала. Ладно, хорошо, хоть уехала. Я думал, она будет сейчас до посинения на тут мозг выносить. Расстреливаем обглодов. Так, ребята, здесь следующая волна пойдет. Твою ж налево. Так, нам нужно 230 монет. Блин. Долго же нам с вами копить придется. Не тут-то было, родные. Отдохните. Так. Стреловей он бомбит. Довольно неплохо. Но я так понимаю, этот герой мне дан просто так. Он у меня не открывается, да? Это просто в напарнички мне дали. 230. Вы дадите мне накопить или нет? Ё-моё. Ну-ка. Нет, еще пока рано. Не дают. Шазам. Ой, обглоды. Ребят, вот тут обглоды у нас были. Ну, вот, совсем другое дело. Поющие клинки. Когда-нибудь до вас дойдет дело или нет, а? Посмотрю я на вас, ёпарста, в конце-то концов. Или как? Так, погоди. Куда вы разогнались-то, а? Родные мои, вот куда ты бежишь? А тут обглоды идут. Давай. Подкрепление, которое будет бомбить. 250 монет нужно для того, чтобы... Это первая прокачка будет или какая? Или последняя? Не знаю пока. Но узнаем. Так, отойди. Ты же видишь, что ты у меня не в ближнем бою дерешься, а в дальнем. Ты у меня маг. Так, ну-ка. Не хватает опять же гиены. Ну, это изи. Это корм. Вот так это все делается. Опа. Все, улучшаем. Улучшаем. Ах ты, елки-палки. 275 монет нужно, чтобы вот нам сделать поющие клинки. Боевые монахи возвели бой в искусство, где совершенство лишь первый шаг.
То есть это совершенные будут у нас бойцы. Так получается, да? Обожаю гиен, потому что они ватные. Не такие быстрые. Давай-давай, чекрыжим их. Угу, шикарно. О, а что она так ускорилась-то? С какого вдруг перепуга? Не надо буянить, роднулечки. Получите, распишитесь. Блин, жалко, что тут вот один цветочек, второй здесь. А, третий здесь, понятно. Если что, будет чем, да? Прикрыться нам. Ну что? Вот они какие красавцы, ребята, у нас. Так, что у них есть? Пляска клинков, особый прием, выполняется до двух ударов. Наносит 25-35 очков урона. Так, повышает на 5 очков урон и на 20 скорость атаки поющих клинков. Так, шанс получить неуязвимость на 2 секунды после нападения. Так, секунду, подожди, я тут отвлекся с читерством с этим. Воу! Тихо! Что тут происходит? Эй! Без моего ведома, что тут, ребята, за свистопляска-то такая пошла? А ну-ка, давай прокачивать. О-хо-хо-хо-хо-хо! Так, родной, беги сюда. Шазам, будет тебе сейчас такой шазам. Ну. Так, давай, родная, тоже беги. Ты видишь, тут какой беспредел творится. Погоди, родной, ты куда собрался-то? Elemental Fury, давай бомби. Фу, выстояли. Твой же налево, а. Нифига тут заваруха-то пошла. Сейчас бы было бы нам тут взбучка по полной программе. Так, давай как мы тебя сюда поставим, потому что здесь поджигатели, ты должна будешь их расстреливать. Так, ну-ка, клинки поющие, давайте разбирайтесь там со всеми. Цветочек, нормуль. Так, слушай, вот гнолы опасны чем, ребят? Своей массовостью. Посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой, давай, наверное, придержим как-то их маленько. Цветочек на помощь. Так, повышает на 5 очков урон, на 20, да, процентов. А это неуязвимость. Лучше, конечно, неуязвимость качать. Ёлки-то палки, смотри, сколько их здесь. Ага. Да куда ж ты полетел, ураганчик? Я хотел, чтобы ты в другую сторону. Ладно, фиг с ним. Вот этого лучника надо нам тоже прокачивать. И вот этого. То есть вот эти вот три башни, это основные у нас здесь будут. Не хват... Вообще тут огромная просто проблема с деньгами. Вот что я тебе хочу сказать. Просто огромнейшая. Мне не хватает финансов. Так. Ну хорошо, что у меня лучники здесь стоят, ё-моё. Потому что мы этих сейчас быстренько подчикаем. Ах ты! Плешивая голова вышла. Две даже головы. А если я так? Эть, и не добил маленько. Слушай-ка, тут еще и обглоды. О-хо-хо-хо. Ну-ка. Не нравится мне вот это все. Ой, как не нравится, ребята. Так, лучница, давай-давай-давай-давай-давай. Вот это вот. О, есть, подбили. Нет! А-а-а! Упырь взял и забомбил мне, Гаривана. Прокачка, срочно прокачка нужна. Вот. Уже получше, я уже спокоен. Этот маг идет тут. Лишает всего, да? Цветочки моих. Просто берет и лишает силы. То есть, во. Слушай, Ариван довольно быстро резается. Вот что я тебе хочу сказать. Мне нравится он, мне нравится. Так, 230 нужно еще монет. Ну, тут совсем немножко осталось. Сейчас мы с вами улучшим. Так, опа, нет. Нет, 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 нет. А если мы вот так сделаем? А я не могу, ребят, так сделать. А как же мне тогда вот эту катапульту уничтожать? Пи. Как вы мне изволите эту катапульту? Вот как. Лучники могут, да? Кого бомбит? Слушай, а клинки не такие слабенькие. Они выдерживают, ребята, выстрел этой катапульты. И это круто. Так, что тут? Смотри. Так, а если мы их вот так, ребята, еще прокачаем маленько, да? Это кто, бомбан? Твою же налево, тут, по-моему, катапульта сейчас была, да? Взяли моего героя, ушатали. Так, будто никто не видит. Отразите 1000 единиц урона с помощью танца неуязвимости. Это у нас, по ходу дела, сделали
Поющие клинки. Причем они два у нас, два героя отдуплились. Вот Ариван только сейчас воскрес. Нет, ну поющие клинки — это, конечно, хорошо. Но надо их прокачивать, ребят, в любом случае. Так, особый прием выполняется до двух ударов, да? Делаем. Пускай они будут это... Во! А это еще что такое? Сумеречный истязатель. Сумеречные эльфы хороши и в ближнем, и в дальнем бою. Низкая защита, теневой прыжок, дальняя залповая атака. Залповая атака? То есть они стреляют, что ли? Ну, у них защита слабенькая, да? Понятно. Значит, мы с ними быстренько разделаемся. А, они стрелки. О, ты понял, как мои ребята отражают? Просто крутятся и отражают, видимо, стрелы. Хе-хе, неплохо. Ариван, хорош прохлаждаться. Ну, серьезно тебе говорю, что ты там стоишь-то? Мои клинки тут, видите, наяривают по полной программе. Друля, давай-ка мы тебя, наверное... Вот. Слушай, у меня, кстати, ни одного мага нету. Что-то тут вообще какая-то заваруха. Они, видишь, они телепортируются и отскакивают назад. Слушай, вот этот ураган, я думаю, есть смысл, ребята, прокачать по полной программе. Довольно неплохо он жарит, крутится, да, и наносит урон. Так, васадули в огороде. Пробудите 50 волшебных растений. Ага, понял. Васадули в огороды. 320 монет мне нужно, а не огородами заниматься вашими. Так, ты смотри, какие жуки, а. Телепортируются. Но клинки-то у меня тоже не промах. Кстати, это сейчас будет, ребята, 10-я волна. Так, я могу? Могу. Все. Да когда же мы с вами сможем прокачать друида? Я хочу просто посмотреть, кто у нас там будет следующим. Должна же... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Отойди. Ты же видишь, что тут происходит. Есть. Наказали. Обглодов надо, ребята, тоже. Так, угу. Прокачка. Надо было, конечно, это делать в первую очередь, ребят. Вот это вот прокачивать хотя бы по одному. Как я всегда и делаю. Чтобы весь потенциал наших башен был использован. Пускай не на полную прокачку, но он должен быть. Погоди-ка, а ты куда разогнался-то, родной? Куда ты побежал-то мне? А ну-ка давай, Ариван, наказывай. Кто кого? Мы, конечно же, передамажили. Так, здесь у нас прокачано. Ага, вот здесь вот все. Фух, так, опять эти найдут. Как ты долго его бомбишь? Он же маг, по идее, ребята. У него должна быть слабая физика, да? Ну нет, он крепко держится на ногах. Так, со всех сторон этины поперли. Что нам сделать? У нас, ребята, маги есть. Надо все-таки прокачать немножечко. Опа-на. Роднуля, беги туда. А, вот еще один. Блин, да как же мне его подбить? А давай так попробуем. О! Можно было и магией, как говорится, неплохо бомбануть. Так, вернись, вернись, вернись. Там такая заваруха. Ставим. Так, прокачка. Да-да-да-да-да, я понимаю, все очень тяжело. Герой опять погиб. Кстати, он получает у меня 4 уровень, да, был 3-го. Сон. И вот так вот. Так, тут отлично все. Здесь тоже почти хорошо. Вот здесь надо будет докачать еще. Слушай, ну тут очень много даются вот этих вот, ребята, мест, куда ставить башенки. Не спроставить. Наверное, вот сюда я еще поставлю, да? Лучников. Пускай стоит. И вот сюда. Опа, опа, опачки. Ты посмотри, что-то происходит, ребят. Сколько врагов. Давай, давай, давай. Всех этих гиен, ядрени, фени уничтожаем. И смотри, сколько врагов уничтожаем. Я думал, ну все, денег должно быть куча. Да как же. Никакой, ребята, кучи. По минималочке. Ну давайте, давайте, уничтожаем. И этого Этина. Зергудушки. Так, сумеречный истязатель 10 штук и гнол обглот. Так, погоди. Шазам. Так, прокачиваем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот ты видишь, что делает Ахламон? Берет, улетает назад и из-под тяжка начинает бомбить. Прокачка сна.
Так, нам остается, ребята, прокачать 2 скилла, вот этих, в общей сложности 500 монет, для того, чтобы у нас пляска клинков была полностью прокачана. Будем это делать? Я думаю, будем. Я бы даже сказал, это нужно сделать нам. Потому что, ну, клинки, сам видишь, что тут творят. Творят просто жесть. Так. Аривону, кстати, нужно почаще драться, чтобы он быстрее себе копил уровень. Ну-ка. Так, ну что такое-то? Ну, давай, давай, давай. Мне не хватает совсем чуть-чуть. Обглоды поперли. Вот так вот. Чтоб духу их не было здесь. Так, ну что, у нас сон. Остается только лишь прокачать. И вот здесь вот магов. Далеко собрались-то, а? Аглоеды. Я смотрю, далеко, далеко. Но ничего у вас тут не получится. Нет, не будем пока мы урганчик применять. Не стоит, он нам пригодится, я думаю, еще. Так, сон. Будем прокачивать с вами именно сон. Ну, давай. Эй, елки-палки, что-то, ребят, я как-то стремаюсь. Ты посмотри, почему они набирают такую дикую скорость? За счет чего? Разобрались. Упс. Нет, не пробежал. Ну, что там у нас? Кстати, это предпоследняя волна. Так что приготовились. На последней волне будет, наверное, вообще жестко все. Так, а может быть нам поставить вот сюда казарму с клинками? Не поздно ли я созрел для этого? А? Как думаешь? Проверим. Посмотрим. Так, молния. Эти у меня прокачаны по фулке. Все хорошо. Тут очень много обглодов собралось. Ее просто, я думаю, в чем проблема? Опять катапульта. Опять эта вонючая катапульта, которая бомбит по нам. Угу. Лучники, качаемся, качаемся, дорогие мои. Нам очень вы нужны. Тихо, 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 Elementus Fury. Ты видишь, что тут происходит? Нормуль. Моя лучница вообще, ребят, как бессмертная. Смотри, ой-ой-ой-ой-ой. Да ну. Так, цветок, помогай. Как они могут пролететь здесь, а, аглоеды? Нет. Уничтожили. Слушай, надо лучников выставлять. Ё-моё, тут такая опасность у нас. Просто жесткая опасность. Опять герой мой погиб. Да чтоб ты будешь, Ариван, ну. Вы сами сейчас прекрасно видели, как тут все вообще просто жестко. Так, наконец-то у меня молния откатилась. Фух, ну что, ожидаем последнюю, ребята, волну. Поехали. Гиены, поджигатели, этины. Ох, ёпарасоте. Сейчас будет весело, чувствую я. Сейчас будет веселуха. Веселуха, как старуха. Хорошо, что мы сразу начинаем усыплять их, да? Они балдеют во сне, но не забываем, что они восстанавливают себе здоровье. Так, давай-ка мы, наверное, сюда вот подведем наших героев. А то опять же тут они накопятся. И будет нам тут очень плохо. Давай. Стреляем, жарим, все, что хочешь, делайте свое дело. Всех этих поджигателей к ядрене фени. Так, этим. Взяли, просто уничтожили моих солдатиков, а? Так, сон, я пока не буду здесь прокачивать. Вот здесь мы вот так сделаем. Вот сюда лучников тоже влепим. Короче, все, абсолютно все дорожки, ребята, я прикрою именно лучниками. Маги тут вообще нам не нужны. Тем более у них нет определенной способности, так что толку от них ноль. А лучники это все-таки имба в данный момент. Ой, гиены пошли. Пошли гиены. Ну мы с ними разбираемся. Так, что у нас тут происходит? Прокачка. 230 монет не хватает совсем чуть-чуть. Ладно, хорошо, фиксим. Давай, может, влупить сюда? Вау. Ну, клинки, конечно, дают, да? Танцующие наяривают только в путь. Нет, это поющие. Ну, танцующие, какая разница. Главное, что они делают свое дело. Получить 15 звезд. Да, я прошел, ребята, этот уровень. Ух. Нормуль, мне понравилось. Ну как-то долго, и сколько у нас, ребята, времени-то уходит на один левел? Я так на работу
Опоздаю. Так, лучники получают шанс причинить тяжелое кровотечение. О, все. Да елки-палки, я опять забыл. Хотел же молнию прокачать. Да. И какой же новый герой у нас тут? Это Кэта. Пикси. Так, магия фей охватывает до 3 союзников, восстанавливает 50 очков здоровья. Призывает 2 пикси, которые бьют и блокируют врагов. Выпускает 2 пикси, наносящих по 10-30 очков магического урона врагам поблизости. Атака пикси с 20% шансом. Что там, проклинает врага, оглушает того на 0,5 секунд. И быстрое заклинание, оглушающее всех врагов вокруг на 3 секунды. Хе. Ну, мне Ариван понравился. Что делать-то будем? Я даже не знаю, замораживает врага. И-ти-ти-ти-ти. Блин, ребята, я не знаю, что делать с пикси-то. Брать ее или нет? Пыльца фей. Она вроде как хиллер, да, идет? Так, призывать 4 улучшенных пикси. Ага, выпускает 2 пикси. Не знаю. Так, оглушает. Хотелось бы посмотреть на эту пикси, но не сейчас, ребята. Вы пишите в комментариях, стоит ли она того вообще. Стоит ли вообще брать ее? Так, ну мы где-то вот сюда, ребят, добрались. Тут какая-то у нас голова каменная орла. Видимо, какое-то будет племя или еще что-нибудь в этом роде. Ну что, друзья, пожалуй, на сегодня и хватит. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Kingdom Rush Origin. Ну а с вами был Рэй. Всем пока и до скорого.